Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Лампа.UA. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Severus от производителя Freya. Эта коллекция потолочных светильников состоит она из двух моделей. Есть он вот такой шестиугольной формы, еще предлагается квадратной. Он из белого металла, рассеиватель здесь из акрила, это в этой части, и в торце каждого шестиугольника. Размер светильника 35 см, источник света здесь светодиодный LED-модуль, так как группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 54 Вт, выдает примерно 330 Вт. Каждый вот этот контур имеет разный цвет свечения. Первый будет теплым цветом свечения, второй нейтральным, снова теплый, нейтральный, и так они чередуются один за другим. Что из этого получается и как это смотрится, давайте на это посмотрим. Вот такая красота получается. Очень необычно это смотрится, очень современно и стильно. Она однозначно привлекает к себе внимание, и незамеченная такая модель точно не останется. А если говорить о ее яркости, то светит она ярко. Сейчас эффект немного другой при такой съемке, да, и много постороннего света. Светит ярко она, подойдет такая люстра для комнаты площадью до 15 квадратных метров. Отступает она от потолка всего лишь на 9 сантиметров, то есть довольно компактная. Крепится с помощью монтажной планки. Вот она, диаметр этого основания у нее будет 30 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Лампа.UA. Всем пока!